Так, коленный бандаж с шарнирным соединением. Мюллер 4 тройки. Вот так он выглядит. Красиво. Так, с изнанки. Вот у него тут такие липучки, чтобы прихватывать ногу. А это ремешки с липучками, чтобы фиксировать их как следует. Вот в середине дырочка, которая не мешает и, в общем, никаких проблем не создает. Вокруг дырочки такой валик. Ну, вероятно, чтобы, если ты встал коленом на снег или куда-то еще, то, собственно, коленом самим, собственно, не уперся, а вокруг этот валик вот работает. Вот, еще у него есть шарниры, которые я продемонстрирую в финале. Закрепляем его. Так, прихватили липучками. Сначала чуть-чуть, а теперь ремешком крепко. Вот. Ну, так он работает. С боков шарниры, обратите внимание, металлические. Теперь мы его снимаем. Я покажу, как выглядит и работает шарнир. Они съемные, поскольку предполагается, что кто-то захочет постирать бандаж. Хотя мне такого в голову не приходило. Вот. Теперь буквально стянуть эту штучку. И будет видно, как устроен шарнир. Он такой, он хитрый. Он из трех состоит. Даже из четырех деталей. Вот. И вот такой вот он. В обратную сторону не гнется, только вот. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за внимание.